вот, ребят, может, ножа нет. Ножа? Ребята, есть кровь? Я потом сейчас не знаю. Ну, это не Украина, да. Хорошо. Вот, ребят, я так хочу. Спрячься, ты Сидор придет, сейчас еще увидишь, что мы бьем. Ко мне подойдет училище, попали. На машины. Автобуса, правда, немного. Поэтому попрошу поплотнее сесть, чтобы все сели. Так, едем, значит, на Поклонную гору. Выйдем возле памятника, который заложили в честь афганцев. Буквально на 5 минут, так, побудем там. И потом едем в Николу Рыбина в церковь. На 11:30 там заказан на Ливенцу побитку. Спасибо, Лев. А то же народ не поймет, не узнает. Да?